Михайло Кононенко, поздравляю. Выигрыш этапа и лидер тура. Как вы оцените сегодняшнюю гонку? Очень приятно выиграть здесь этап. Мы традиционно приезжаем каждый год на эти соревнования. И, допустим, майку мы еще не одевали здесь. Вот первый год у нас получилось. Большое спасибо команде, потому что гонка такая у вас специфическая, тяжелая. В основном много ветра, и без команды было бы тяжело сегодня добиться хороших результатов. И, допустим, вот, преимущество моей команды было в отрыве. У нас было 3 человека, с каждого по одному, и поэтому, наверное, мы и выиграли. И теперь задача держать майку, потому что вы сегодня показали, что команда сильна. Да, теперь 4 этапа мы будем защищаться от наших соперников, как можно так сказать. Будем бороться до конца, до последнего дня. Удачи. Спасибо.